Летсплеи по Майнкрафту, топы, влоги с реальной жизни и многое другое вы сможете найти на канале Ильи Дейликора. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без мода в мою новую рубрику. Если вы помните, то у меня давно выходило видео топ-5 способов, как избавить мир от нубов и гриферов, где мы уничтожали нубские дома, тем самым избавляли наш мир от нубов. Как я понял, это видео более-менее так всем понравилось, потому что это единственное мое видео, которое набрало больше, чем 1 миллион просмотров, за что, ребята, вам большое спасибо. Но я решил продвигать эту рубрику. Что именно мы будем делать? Ребята, я хочу сделать такое, то что мы будем делать топ-5, топ-10 различных способов, уничтожая различные другие постройки. В этом видео мы будем делать топ-5 способов, как избавить мир от школы, уроков, учителей и многого другого. Потому что недавно у нас были каникулы, каникулы закончились, к сожалению, и у нас опять началась школа. Но, ребята, сегодня мы от нее избавимся. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что мне нужно знать, хотите ли вы, чтобы мы дальше делали вот такую рубрику. Вы можете в комментариях писать ваши пожелания, то есть вы можете предлагать мне, что мне уничтожить в следующей серии. Допустим, если сейчас мы уничтожаем школу, то вы можете писать там, да что вам, в принципе, в голову только придет. Диснейленд, там, космическую станцию, полицейский участок, там, Белый дом или многое другое, ребята. Выбор зависит от вас. Мы будем использовать командные блоки для того, чтобы уничтожать наши постройки, поэтому вы также можете предлагать способы, любые способы, которые вам только придут в голову, как мы можем уничтожать эти постройки. Но, ребята, меньше разговоров, не забываем ставить лайки, потому что если мы наберем 2000 лайков, я замечу то, что вы хотите больше таких серий, я сразу же побегу записывать новые видео. Ну и просто я скажу вам большое спасибо, потому что я буду знать то, что вы хотите больше таких видео. Также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, я согласен, это было долгое вступление, но это больше не вступление, это больше объяснение. То есть я вам представляю свою новую рубрику, поэтому я думаю, то что вы не будете обижаться, я прошу прощения. Но все же, ребята, если вы хотите больше такой рубрики, вы знаете, что делать. А мы сейчас будем приступать к самому видео. Я надеюсь, то что оно вам понравится. Ну что, ребята, давайте мы будем приступать. Нам уже, наверное, не терпится уничтожить вот эту всю школу. Давайте посмотрим, что же тут у нас есть. Это у нас ученики, это у нас учителя, которые тусуются тут возле входа. Но мы зайдем в саму школу, в сам центр. У нас тут есть различные залы. То есть это у нас аудитория, где у нас всякие там праздники проходят. Мы же все знаем. Тут у нас... Да дай мне выйти, зараза. О, я уже ненавижу эту школу, я уже хочу ее уничтожить. Тут у нас есть столовые, тут у нас есть много чего другого. Давайте... Аномалия, мать твою, это еще что-то... Охренеть, ребята, нам нужно как можно быстрее уничтожить эту школу, потому что там, наверное, сейчас какая-то... Я не знаю, то ли пришельцы меня телепортнули, то ли еще что-то. Давайте мы вернемся, расследуем это преступление. Что же за зараза меня телепортнула отсюда? Я не знаю, может тут... Может это магическая школа? Может мы в Хогвартс попали? Я не знаю. Но все же, ребята, кто бы не хотел такую школу, чтобы у нас по коридору раздавали бесплатные печеньки, яблочки и также... Ну, давайте представим то, что это не обычный хлеб, а, допустим, то, что это хот-дог. Все бы хотели, это у нас основной зал, то есть центр всей школы, но тут много всяких противных учителей, которые заставляют нас делать домашние задания. Но я уже не делаю, ребята, я уже давно в школе не учусь, но я вас понимаю. Не так я давно закончил школу, поэтому я помню эти все домашние задания, я помню, какие мы уставшие приходили из школы. Поэтому, ребята, сейчас мы испытаем наш первый способ, как же уничтожить нашу школу. В первую же очередь, точнее, давайте включим день, чтобы нам было лучше видно, что же тут будет происходить. Ну что, ребята, первый способ — это у нас магическая палочка, которая будет призывать торнадо. И с помощью этих торнадо мы обрушим мощь ветра, мощь дождя, мощь бури на эту школу и попытаемся ее уничтожить. Я надеюсь, то, что у нас это понравится. Давайте заспавним один вот тут, вот сюда. Во, пошел дождик, как быстро изменилась погода. Второй пошел. И сейчас тут, возле этого входа, допустим, ну, допустим, где-то вот тут, заспавним третий.
и посмотрим, что же будет происходить с нашей школой. Давай, 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 руби все подряд. Давайте еще даже вот тут в спортзале один заспаним. Вот тут. Давай, учитель физкультуры, убегай отсюда. Ты же спортсмен у нас, поэтому давай беги. Давайте, знаете что? Ага, спрятались тут. Да, хотите убежать, но мы вам не дадим убежать с этой школы. Не-не-не-не-не-не-не. Мы сейчас вообще прибежим в центр и в центре заспаем. Да, давайте, убегайте, убегайте. Один еще вот сюда, прямо у вас перед носом. И знаете, где еще один заспаем? Давайте заспаним один в этот коридор и один в этот коридор. Только много тоже не нужно спамить, потому что это же все-таки командные блоки. Если у нас тут дофига будет вот этих торнадо, то просто компьютер сгорит, даже независимо от того, что это за компьютер, какой-то мощный или нет. У нас где-то была там аудитория, я сейчас пойду туда и заспавню еще вот там. Тут у нас аудитория, хочешь убежать? Ну давай, давай, вали, вали, давай, давай, давай. Прямо вот тут. Во, замечательно, полетели дальше. Ну что, ребята, как вы заметили, от нашей школы уже практически ничего не осталось. Развалины, да, как будто после какого-то апокалипсиса. У нас тут уже практически все уничтожено. Давайте, давайте мы... Где у нас центр вообще? Я, если честно, потерялся. Где у нас центр? Не помню, потому что я уже не знаю, это школа или это... Честно, я не знаю, ребят. Это какая-то пустошь, как в Fallout уже. Тут у нас уже все уничтожено. Офигеть, дырище прям. Саша Грей, приветики. Но я не помню, где у нас центр. Или его уже просто-напросто нету. О, вот у нас центр. Вот у нас центр. Смотрите, как эти торнадо вообще нафиг... уничтожили наш мир. То есть вы видите то, что он стал каким-то залаганным. То есть все, капут нашему миру, но в первую же очередь капут нашей школе. Это у нас директор школы, ребята. Это у нас директор, с которым мы сейчас попрощаемся, потому что обрушим на него всю мощь нашей волшебной палочки. Ага, ну что, засосала вас бездонная яма. Вот, стойте-ка тут и вообще даже никуда не уходите. Офигеть, ребята, что же мы натворили с этим миром? Что же мы натворили с этой школой? Давайте мы станем где-то вот тут. Я включу максимальную дистанцию, если, конечно, она будет... Ну, не максимально, давайте где-то вот так. И посмотрим, что же случилось с нашей школой. Ну, уроки тут уже 100% проходить не будут. В ближайший год занятий тут уже точно не будет. Поэтому домашняя работа откладывается на неопределенный срок. Поэтому, ребята, одну школу мы уже уничтожили. Поэтому давайте будем приступать ко второму способу. Ну что, ребята, вы готовы ко второму способу? Кто-то уже может представлять себе то, что это будет. Потому что я сейчас вам покажу вот этот костюм на заднем плане. Но это необычный костюм. Не житель, не носатый. Это не для тебя, это для нас. И сейчас мы посмотрим, что же произойдет и как мы разрушим нашу вторую школу. Мы выкидываем вот это на центр, вот это. И что у нас получается, ребята? Мы сейчас станем железным человеком нафиг. Да, реально железным человеком. И с помощью его силы мы уничтожим вот эту школу. Мы одеваемся полностью одеваемся, и мы действительно становимся железным человеком. Ну, не-не-не-не, давай, давай вот и так, отойдешь, а ну вот этот, а нет, давайте вот этого, во, замечательно. Будем заходить как прям реальные боссы в саму школу. Вот так, да, здрасте, здрасте, как у вас там делишки, приветики, ну что вы... Железный человек пришел сорвать вам все занятия. Да, круто, приветики. Тут у нас кто? Тут у нас учительская? Какая учительская? Где учительская? Не было никакой учительской. А если, допустим, мы еще вот тут взорвем, а потом подойдем сюда. Ну, коридорчика у нас-то уже нету, но все же, ну все же... Занятия еще будут продолжаться, потому что хоть и это нападение железного человека, но что тут строить, пригласить каких-то таджиков, чтобы они быстренько вот это все отстроили. Поэтому нам нужно взорвать, ну, хотя бы центр школы. Если мы сможем это провернуть сейчас, то, в принципе, ну, занятий уже 100% не будет, поэтому, ребята, мы будем продвигаться дальше. Противники. Где вы? Вот наши противники. Учителя, наши противники. Я не хочу с тобой торговаться. Не, я не хочу с тобой договариваться о дополнительных занятиях. Не-не-не-не-не. Я хочу с вами немного поиграть в игры. Вы моих родителей в школу вызывали. Вы
Вы, да, хаос, бегайте. Железный человек вам сейчас покажет, как нам ставить двойки, да, ребята? И как нам учиться по 5 дней в неделю и 2 дня отдыхать. 2 дня это вообще фигня, если честно, за 2 дня даже ни капельки не успеваю отдохнуть. Хоть я и работаю, но все же школа это тоже утомляет. Хоть и не физически, но зато морально очень сильно утомляет. Ну что, ребята, мы уже тут, в принципе, проделали нереальные такие дыры. И, в принципе, занятий уже 100% не будет, мне так кажется. Мы, конечно, еще можем вот тут немного повзрывать. Но, мне кажется, от этого лучше не станет. Потому что вряд ли тут учителя настолько тупые, то что продолжат занятия там, где было какое-то террористическое нападение, да, хоть это и железный человек, можно сказать, супергерой, но в этой серии он злой, да, ребята, в этой серии он злой, походу, Тони Старка в школе гнобили, то, что он пришел и решил разнести всю школу, как можно больше, да, потому что, ну, во, я, кстати, нашел только сейчас, это у нас, ребята, главный, холл, можно и так сказать, которого сейчас просто-напросто не станет. Потому что если мы сейчас вот так сделаем, у меня, конечно... сейчас компьютер взорвется, нафиг! Ух ты, нифига себе, ну все, то есть тут уже прохода нету. Поэтому, ребята, можно считать то, что вторая школа тоже была взорвана. Хоть снаружи это и незаметно, ну, заметно только вот тут, да, то что... У нас парадный вход взорван. Но тут такого ничего нет. Мы, конечно, еще можем сделать на крыше большущую дырищу. Я сказал... А, точно, это же полублоки, ребята. Кто не знает, на полублоках фиговенькие взрывы. Поэтому, ребята, нам нужно аккуратненько это взорвать. Вот так. Ну, в принципе, мне кажется, то, что уже достаточно, да. То есть... Уроков тут уже 1000000% не будет, поэтому, ребята, мы можем заканчивать на этом наш второй способ. Но не расслабляемся, потому что у нас впереди еще целых 3 способа. Ну что, ребята, третий способ, и в этом способе нам поможет Баузер с игры Марио. То есть, вы сейчас посмотрите, он, в принципе, поможет нам разрушить вот эту школу. Мы сейчас будем заниматься призывом самого босса из игры про Марио. Как это все будет происходить? Да, вот как это все будет происходить. Вот так это все будет происходить. И сейчас, ребята, мне кажется, ли это очень громко? А вот так это нормально? Давай, помоги нам, пожалуйста. Помоги нам. Баузер из игры про Марио. Принцессу? Нет, чувак, я не буду воровать твою принцессу. Просто все, что нам нужно, это чтобы ты нам помог разрушить вот эту школу. Замечательнейший способ. Если что, нас потом запалит какая-то полиция, то все это мы сможем свалить на вот этого Баузера. И мы, если честно, тут вообще ни при чем. Давай, чувачок, давай, следуй за нами. Давай. Да, убивай учителей, совершай преступления. Мы тебе вообще помогать не будем, если что, мы не соучастники, ребята. Мы не соучастники, он где-то там разгуливает. Ребят, ух, уверну, да, давай, в учителей, давай вот тут дырочку проделаешь, да. А ты мне говоришь, чтобы я приготовился к смерти? Насмешил нафиг, не-не-не-не, ты скушаешь мою кожу, не, чувак, мою не нужно, вот этих учителей как раз нужно. Давай вот сюда на сценку, тут мы как раз какой-то сейчас спектакль проведем. Да, замечательно, давай, миленькие маленькие Баузеры, это твои детеныши? Ну ты нарожал нафиг кучу прям. Тебе бы их в детский садик куда-то сдать, а не напускать на бедных учителей, чтобы они их убивали. Ты прям какой-то беспощадный Баузер. Давай сюда. Ты куда убежал? Маленькие, вы можете тут гулять, вы мне, если честно, не нужны. Мне нужен ваш папаша, чтобы он уничтожил тут всю школу. Где он? Я, если честно, не знаю. Мне кажется, я его потерял. Ребятишечки, скажите мне, пожалуйста, где ваш папик? Я не знаю, куда он пропал. Он в чат что-то пишет, то есть он где-то рядом. Баузер Джуниор, то есть нам его ребенок пишет, то есть то, что мой папа, мой отец тебя убьет. Вот где он, нет, это детишки. Детишки, где ваш отец? Детишки, не-не-не-не-не, вы нам не нужны. Я потерял вашего папика, может он где-то там? Он в чат мне что-то пишет, поэтому мне кажется, он где-то рядом.
Это маленькие зомби, которые охотятся на учителей. Поэтому, ребята, можно сказать то, что мы выполнили наш топ. Точнее, третий топ, потому что они убили всех учителей. Как видите, ни одного учителя нету в школе. Поэтому они просто-напросто расчистили всю школу от учителей. Нет учителей, нет уроков. Поэтому топ третий уже выполнен. Мы будем приступать к топу 4. Вчера у нас, кстати, вышло видео о танке. Поэтому я так посидел и подумал. А это, если честно, круто. Почему бы не разрушить нашу школу с помощью крутого танка? Чем мы сейчас и займемся. Мы выкидываем на землю нижнюю часть танка и верхнюю часть танка. Выдаем себе яичко и призываем сам танк. Садимся, и мы, ребята, потопали. Только давай не в ту сторону, а вот в эту. Замечательно. Ну что, ребята, вы готовы? Не туда. Во, мы как раз начинаем с футбольного поля. Поэтому, ребята, это даже очень круто. Давай, танк, давай, громи все подряд. Нам же, если честно, это даже лучше. Почему бы нет? Нам нужно сделать как можно больше дыр в самой школе. Да, вот так. Только мне показалось, или ты ничего тут не уничтожил. Но хотя эта часть школы уже, можно сказать, уничтожена. Поэтому нормально. Танк, ты справился со своей задачей, но это еще не все. Мы сейчас объедем вокруг школы и постараемся уничтожить все, что мы сможем. Разрушить все стены, которые тут только есть. Ну, хотя бы первый этаж, да, не будем разрушать все этажи. Хотя бы первый этаж разрушим, и уже будет круто. Да, мне кажется, эта школа действительно очень большая. Это какая-то американская школа, только... Хотя я не знаю, ребята, вот честно, у меня, когда я помню, что я учился, когда я жил в Украине, то у меня не было большой школы. То есть она была такая маленькая, можно сказать. А также, когда я живу вот сейчас уже тут, в Португалии, уже сколько, 5 лет, то тут, когда я учился, в принципе, тоже большой школы не было. А вот это прям нереально какая-то гигантская нафиг. Мне кажется, тут где-то на... Человек так 10 тысяч, может, учеников, если не больше. Поэтому, ребята, мы сейчас уничтожим эту всю школу. Тем самым мы избавим 10 тысяч учеников от домашних заданий. Поэтому, ребята, мы делаем доброе дело, кто не знал. Да, ну, в принципе, мне кажется, то, что мы уже отлично справились, потому что... Всю школу, можно сказать, мы уже уничтожили. Если это не мы сделали, то видите то, что огонь сейчас сделает всю работу за нас. Он сейчас разойдется по всей школе. Мне кажется, пожарные уже вряд ли это успеют потушить. И вообще, смогут ли это потушить, мне кажется, уже вряд ли. Но мне кажется, то, что мы справились с нашей задачей, в принципе, давайте посмотрим, а? Ну, что у нас тут произошло? Мне кажется, то, что с задачей мы уже справились, да? То есть, с таким небольшим танчиком объехали вокруг школы. И можно сказать то, что задачу мы свою выполнили, да. Мне кажется, то, что отличный способ для того, чтобы избавить мир от школы и также учителей. Потому что никаких учителей я тут, по крайней мере, не вижу. Но, ребята, сейчас у нас будет пятый способ, финальный. Я также надеюсь, то, что вам он очень сильно понравится. Ну что, ребята, вы готовы к последнему способу? Да, это будет самый крутой способ, который вы когда-нибудь видели. Что это такое? Это, ребята, различные TNT. А какие именно вы сейчас посмотрите? Нюклер TNT, да. Тут куча всяких. Возьмем вот такой. И последний это у нас будет вот такой. Обычный TNT. Что это такое, ребята? Это, ну, это можно назвать взрывом. То есть, допустим, если мы поставим на вход, откроем дверь, да, поставим сюда и сюда. Разве это можно назвать взрывом? Ну, что это такое? А если мы, допустим, поставим Fire TNT, ну, где у нас куча учителей? Допустим, вот тут у нас куча учителей, да? Поставим, допустим, вот сюда. Что у нас произойдет? Куда пойдут наши учителя? В жопу пойдут наши учителя, потому что мы их сожжем сейчас заживо. Вот, ребята, это крутой TNT. Самый лучший способ для того, чтобы избавиться от назойливых учителей. Тут у нас тоже их куча, но давайте мы выкинем Fire TNT. Давайте сейчас мы испытаем майнинг TNT. Отправим их в бюз... В бюз...
Плюс, ну нафиг, в бездну. Отправим их, и они пойдут куда подальше. Допустим, ну допустим, вот как-то вот так. Посмотрим. Ух, главное, чтобы не лагало. Главное, чтобы не лагало. Вот. Ух, лучше все-таки много не спамить. Поэтому, ребята, давайте один вот сюда, один сюда, 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 сюда. От этой школы точно ничего не останется. Да. Отправили мы их всех, как я уже сказал, в бездну. Но только не в бездну, а в бездну. Но все же, бездна лучше подойдет для вот этих учителей. Все же, ребята, сейчас мы приступим к флоутинг TNT. Но давайте зайдем, хотя бы уже в аудиториум, как это называется на английском. Не-не-не, лагать не нужно, лагать не нужно. Ух ты, нифига себе. Это кто разнес? Я, если честно, еще тут вроде не было, тут уже такая дырища. Может, это я случайно? Поставим мы один вот сюда. И посмотрим, что же произойдет, когда этот TNT взорвется. А, мне кажется, или ничего не произошло? Ну, может, подкидывает кого-то в воздух, но я, если честно, ничего не замечаю. Ну, ладно, это у нас нюклер TNT, но я пока что его еще использовать не буду, потому что я хочу превратить эту школу в Северный полюс. А как я это... Во-во-во. Что-то там взорвалось. Что-то там взорвалось с задержкой в полчаса, но мне интересно посмотреть, что же там взорвалось и что же там произошло. С задержкой в полчаса все же тут что-то произошло. К сожалению, мы не видели, это для нас останется какой-то аномалией, да, загадкой. Что же там произошло? Это то, что я думал. Так вот, что произошло. Вот что произошло. Мы вырвали кусок аудитории и перенесли ее в воздух. Так вот, что там произошло. Ага. А до меня только сейчас доперло, потому что я не заметил. Ребят, я только сейчас заметил, вижу какой-то летающий остров. Я вообще не понял, что это такое, потому что... Раньше же этого не было, а сейчас вообще какая-то жопа тут произошла. О, ну, ладно. А если мы попробуем сделать что-то с этим TNT, то вот что произойдет, ребята. Мы превратили всех учителей в ребёнок. Это самый лучший способ, как избавить мир от школы. Это просто-напросто прийти в школу и превратить всех учителей в детей. То есть они уже не смогут нам преподавать уроки, они сами станут детьми и... А ну, еще раз. Ну, и все, и все. И все, ребята. Уроки отменяются, пока школа не найдет новых учителей. Но сейчас, ребята, давайте мы попробуем сделать еще один Winter TNT. Мне кажется, этот TNT все-таки не TNT, а TNT. Все-таки поломанный. Поэтому он вряд ли будет работать. Но все же давайте мы сделаем Large TNT. Посмотрим, насколько будет большой взрыв. Нюклеар TNT мы припасем немного. Ух ты, нифига себе. Большой взрыв, но какой-то он странный слишком. А ну давайте еще раз попробуем. Да, вот этот. Large TNT один сюда и один сюда. Все, больше я не буду ставить, дабы просто опять не сломать всю карту. Ну, я не скажу то, что это очень большой TNT. Мне кажется, это просто, если взять и суммировать 5-10 обычных TNT. О, здрасте, учитель. Если суммировать 5-10 TNT, то мне кажется, получится вот этот взрыв. Но сейчас, ребята, у нас на подходе ядерный TNT. Посмотрим, что же произойдет. И мы ставим его прямо в центр. Ну что, ребята, посмотрим, что же вообще случится с нашей школой. У меня весь компьютер залагал на пару секунд. Как вы видите, мы подожгли. Офигеть, у меня лаги. Сейчас дайте я отлечу отсюда подальше. Вы замечаете, ребята, то, что камера начала лагать? Вот сейчас, дайте еще ближе подлечу. Вот, видите, камера начала лагать. А если я отлечу? Сейчас, вот допустим, где-то вот сюда. Вот так. Вот. Ну да, в принципе, вот уже таких лагов нету. Но все же, даже если сейчас камера будет очень сильно лагать, я хочу уже посмотреть, что же у нас тут произошло. Офигеть, вот это лаги. Офигеть. Ну, дайте мне взлететь.
дайте мне взлететь. Офигеть, это все-таки реально нюклер ТНТ, то есть ядерный взрыв. Давайте мы отсюда выберемся, вот так. И взорвем просто-напросто вход в саму школу. Если мы взорвем вход, то, в принципе, уже никто не сможет сюда зайти. Ну что, ребята, ставим сюда. Нет, не сюда. Я поставил нюклер ТНТ и сразу же улетаем. И будем смотреть это сдалека. Что же вот там произойдет? Во, мы поджигаем все вокруг. Поджигаем и подлетаем, чтобы посмотреть, что же у нас там произошло. Да, и дальше. Давай, показывай. Все у нас уже в лаве, все у нас уже горит. И, если честно, очень даже красивый взрыв. Мы еще можем поставить один вот сюда. Давайте, знаете что, ребята? Вы готовы к тому, чтобы у меня сейчас взорвался компьютер? 1, 2, 3. Уматываем как можно дальше. Вернемся через полчаса. Ай! Все. Мой компьютер уже на своей жопе почувствовал то, что там произошло что-то очень странное. Потому что даже при таком расстоянии он начал у меня зависать. Хоть у меня компьютер не слабенький. Я смогу туда подлететь. Как видите, я поставил бомбы там. А мы подожгли возле даже второй школы. Это еще одна школа, ребята. Я поставил бомбы там, а у нас подожглось вот тут. То есть... Я не знаю, что там произошло, но мне даже страшно туда подлетать. Пока чанки еще не прогрузились. Дайте я даже немного... Вот. Я вот так поставлю. Вот. Сейчас. Офигеть. Три ядерные бомбы взорвались. Это три ядерные бомбы, ребята. Да. Вот замечательное место. Это еще один вход в школу. Еще один вход. Ребята... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай, быстро. Быстро уматывайся. Офигеть. Вы просто посмотрите, где у нас идет пожар. Мы подожгли практически всю планету, наверное. Смотрите, где я нахожусь, а где был взрыв. Мне страшно, ребята. Держите меня за руку, мне страшно туда подходить. Что же у нас там произошло? Камера лагает, потому что у меня 7 FPS. 7 FPS, ребята. Я не знаю, что-то произошло, но я поставил практически нереальное количество ядерных взрывов. То есть 8 ядерных ТНТ в одном месте. У меня даже не прогружается. У меня даже не прогружается и не показывает, что же там произошло. Я не знаю, что это такое. Вот сейчас я не представляю, что это такое. Но запомните то, что в прошлом тут была школа. Что сейчас тут произошло, я не знаю. Я не знаю, ребята. Но вот тут на таком красивом месте мы будем заканчивать. Ребята, я реально старался. Я надеюсь, что вам понравится вот эта рубрика. То есть... Если вы хотите, чтобы я искал больше различных команд, и с помощью различных команд мы взрывали также, третий раз повторяюсь, различные постройки, то, ребята, выбор за вами. Вы можете написать в комментарии, какие вы постройки хотите, чтобы я взорвал следующими, и также какими способами я воспользуюсь для того, чтобы это сделать. Вы также это все можете прилагать в комментариях. Я надеюсь, что вы поставите лайк, потому что если мы наберем 2000 лайков, я сразу же выпускаю новую серию, где мы будем взрывать то, что вы мне предложите в комментариях. Поэтому, ребята, не поленитесь. Секунд, чтобы поставить лайк. Мне просто нужно знать, хотите вы новые серии или нет. И вы можете это сделать, то есть подсказать мне, выпускать новую серию или нет. Секунду, чтобы поставить лайк, и секунду, чтобы подписаться. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Две кнопочки, которые вы можете нажать за одну секунду. Но за эти две секунды вы действительно сможете сделать меня намного счастливее. Также, ребята, я говорю вам большое спасибо за просмотр. Именно тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реально заслуживаете уважения, потому что не каждый досматривает видео до конца. Многие или перематывают, или выключают. А кто досмотрел, я прямо вам жму руку, вы реальные молодцы. Ребята, сегодня мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Я надеюсь, что вы придете посмотреть мое следующее видео. Я всех вас жду там, поэтому не поленитесь, зайдите на канал Эдисона. И встретимся в следующем видео. Всем пока.